Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мистер Майн. И у нас вторая часть прохождения Assassin's Creed 3. Что ж, на прошлый раз мы сделали, точнее, выполнили всю тренировку, которую нам сказали сделать. То есть это научились заново бегать, прыгать. Протестировали, так сказать, новую обшивку. И сейчас мы идем искать место, как я понял, да. Можно вот так встать, вот можно, и все, и стоять. Так, ну что ж, давайте сядем. Так, и загрузка. Здравствуйте, Хайден. Здорово. Скажу вам, без утайки, я безумно рад, что они... Жаль, пропустить нельзя. Так, я снова тут. Отходил. Так. Полагаю, что там. В общем, продолжаем разговор. Вы его видите? Вы его видите. В. Вот. Ну вот он. Я нашел. Извини, так сказал. Камеру, а вот. В общем, да, лезем мы наверх. Такие беспалевные. Оу. Окей, не будем мешать. Как отсюда вообще что-то видеть можно? Ну, тем более вот отсюда. Ну что ж, мы почти уже залезли. Спью. Так. Вот это самое прикольное. Теперь замки можно, нужно взламывать. Я не понимаю. Двигайте мышь вверх, влево, вправо. О. Как-то так. Так, пропустим. Так. Разбежаться и прыгнуть. Вау. Декорации опускаем. Хряпни для храбрости или что? Такой беспалевный герой наш. Так, ну что ж, вот она наша цель. И как он отсюда смотрит? Или я что-то не понимаю?
Мальчик такой стоит, потерянный. Естественно, мальчик не стал молчать, я так понял. Вау. Дайте пройти. Так, все быстро встрепенулись. Вот тут я понимаю, смотрите. Он сказал пипец. Что-то такое послышалось. Вниз. Все, мы вышли из театра, собственно. Это наш водитель. Ничего в этом такого. Звуки в игре сделать побольше. Хотя у меня тут все на максимум. Субтитры давайте поставим. Вот, наконец-то, Америка появилась. Ну что ж, нас послали в Америку, в Бостон. И все, на этом я думаю закончу. Синхронизация стопроцентная. Так что всем пока и до новых встреч.